Ассаламу алейкум, жигитер, всех приветствую. Зашел в автомобильный салон Чанан. Здесь скидочки от 500 тысяч до миллиона, в зависимости от модели. Так, это у нас Чанан CS55+. 1,5 литра турбо, переднеприводный, 7-ступенчатый мокрый робот. В комплектации комфорт 11 290 000 тенге. Ну, скидки будут, рассрочки, все такое, все как надо. В модном таком BMW-шном цвете, не помню, как он называется, в английском не силен. Серенький, видите, грей. Так, электросиденье. В общем, одня вот такой скошенный руль, маленький. На роботе. Комбинированный такой салон, черный с красным цветом, серенький потолок. На панораме, наверное, это максималочка. Так, о, резина Данлоп, неплохо. CS55+. Бишки, подогревы, получается, все теплые функции имеются. Так, а вот дерзкий вид. В белом цвете, конечно, он не так смотрится, но если бы он был какой-нибудь красный, черный, желтый, вы бы сказали: ребята, это огонь. Это Чанан Юниви. 1,5 литра турбо на роботе. Передний привод 11 990 000 тенге. Наверное, за данную комплектацию. Дерзкие черные диски. 235-45-18. Камеры в круг. Видите, какая черная крыша. Утопленные ручки. Нет, открыто, открылось. Сиденье тоже модня, вот такой скошенный руль. Робот, планшеты. Ну, неплохо так. У Чанана, конечно, дизайн классный. Почти что у всех моделей подлокотник. Вот такой вот он. Это Чанан Юниви. Еще раз напомню цену. 11 990 000. Ну, скидка будет. Так, это у нас Чанан Алсвин, самый дешевый из Чанана. Стоимость у него 6 490 000 тенге. Передний привод он на роботе. На легкосплавных дисках. 15-16. Не видно что-то. Получается как Гранта, как Шевроле Некси. Таких вот размеров. Самый маленький из Чананов. Руль. Уже подлокотник докупать не надо. Такие вот дела. Маленькое вот табло. Робот. Он на ключе. Видите, никаких старт-стопов. Светло-серый салон.
Ну, все простенько. 6 миллионов 500 тысяч тенге. Сзади место также, говорю, как в Ладе Гранте. Либо в Шевроле Нексии. Ничего сверхъестественного тут ожидать не надо. Повторители в зеркалах. Вот такая вот стоимость 6 миллионов 490 тысяч рублей. Давайте подойдем к самому красивому чанану, на мой взгляд. Это чанан Юникей кроссовер. Вот получается в комплектации комфорт 5 миллионов 990 тысяч тенге. И дальше вот видите по возрастанию 17 миллионов, 18 миллионов. Он есть полный привод, передний привод. На 8-ступенчатом классическом автомате. Ручки утопленные. Выглядит вообще реально классно. Это на полном приводе. Резина Хэнкук. 255-50 на 20-х колесах. Черный весь на панораме. Утопленные ручки выдвинулись. Видите, акустика Sony. Вот это вот другое дело. После малышки сядешь в Юникей. Вообще все классно. Скошенный кожаный руль. Камеры в круг. Все теплые функции. Вот тут переключалка. Видите, 2 воды, 4 воды. Старт-стоп. Тут вот такая прямоугольная кнопка. Весь он черный, кроме потолка. Потолок вот светло-серый. Но это не принципиально. Все теплые функции имеются. Видите, акустика. Вдалеке даже, видите, Sony. Такие вот цены сегодня, ребята. Ну и скидки от 500 тысяч до миллиона тенге. Обязательно ставим лайки, комментируем за этих красавчиков. Ребята, до новых встреч.